Это специализированное хозяйство по направленному выращиванию телят создано в Урмарском районе Чувашии недавно. Но уже сейчас оно поставляет ежегодно колхозам и совхозам района 1300 продуктивных телок. А всего в совхозе 4000 голов крупного рогатого скота, большая свиноферма. Понятно, что большое стадо требует и много кормов. Поэтому свыше 1000 гектаров в совхозе занято сеянными травами. Заготовкой кормов занимается специальный цех, которым руководит агроном, комсомолец Никифор Никифорович Максимов. Должность же Петра Степановича Степанова, начальника комплекса по направленному выращиванию, заставляет быть особенно придирчивым к количеству и качеству кормов. В этом году уродился неплохой урожай сеянных трав. Идет закладка сенажа. В две смены работают агрегаты по приготовлению витаминной муки и сечки. Совхоз, имея хорошие экономические показатели, достойно носит имя 25-го съезда партии.